Попробуем припарковаться с помощью парковочной системы Ford Focus 3. Как видите, никого рядом нет. Пакет какой-то лежит. Буду один это делать и снимать об этом ролик. Это самое сложное. Для этого нужно включить парковочную систему. Включаем. Вот, включилось. Поиск места для стоянки. Это значит, мы должны ехать вперед. Поехали. Здесь еще можно руль держать. Вот я его держу рукой. Ищем место для стоянки. Я его, честно говоря, уже вижу. Но машина пока не сигналит нам об этом. Вот. Как только мы его проехали, она должна забибикать. Вот. Место для стоянки найдено. Ехать вперед. Едем вперед. Проехали. Вот. Самый главный сигнал. Отпустить руль. Отпустил. Нет рук на руле. Рычаг на р. На р. Я...